Ребята, я только что со школы вернулся. Вы не поверите, только что вышла сцена после титров Венома. Ну-ка, давайте посмотрим. Я не верю в это, клянусь. Вам надо посмотреть. Так, начинай смотреть. Связана с чувствами мужчины Лиана. А вот нечего было от нее скрывать такое вообще-то. Тайны прошлого есть у всех. Что, у тебя тоже, что ли? 80 миллиардов световых лет коллективного знания многих вселенных. Твой крошечный мозг просто взорвет. Что ты сейчас сказал? Проще будет продемонстрировать. Это лишь небольшая часть того, что мы, симбионы, ощущаем. Но жги. Готов, Эдди. Да? Что? Что происходит? Нет! Это что такое? А это полотенце. Где это мы? Ты что устроил? Это не я. Все, битва двух легендарных. Я поставил человека, я поставил финал. Ребята, я кинотеатр еще не шел, ребята, но это сцену показали. Вы видели, что творилось? Веном что-то ему наговаривал, и бац, что-то произошло, и Веном оказался в другой реальности с Человеком-пауком. Теперь все, блин, двух битвах легендарных супергероев Марвел, которых я обожаю. Человек-паук и Веном, мои два любимые супергероя, ребята. Надеюсь, они, Веном и Три, подружатся, ребята, я очень на это надеюсь, ребята. Ребята, ставьте лайки быстро, подписывайтесь на канал, ребята, если хотите пропустить еще больше видео, ребята. С вами был я, Сёушмастер, всем пока, 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 пока. Yeah.